Священные сокровища славы Божией днесь вводятся в Дом Господень. В Воронежской митрополии накануне отмечали введение во храм Пресвятой Богородицы. В Благовещенском кафедральном соборе праздничную божественную литургию митрополит Воронежский Лискинский Сергий совершил в сослужении епископа Рассашанского и Острогожского Андрея. Почтить этот светлый праздник прибыли многочисленные представители духовенства и мирян Воронежской, Липецкой, Белгородской и Ростовской митрополий. Затем митрополит Сергий обратился к духовенству и мирянам со словами праздничного приветствия. Поздравляю вас всех сердечно с праздником. Покров Пресвятой Богородицы да будет над каждым из нас. И мы должны помнить на примере Богоматери, что самая главная наука и самый главный урок, который мы должны усвоить, это быть с Богом, быть в храме, и быть сопричастниками благодати Божией. С праздником вас поздравляю!